Как правило, за зиму организм ослаб от пережитых инфекций, а потому неудивительно, что с приходом весенних дней верными спутниками человека становятся сонливость, усталость, снижение аппетита, нарушение сна и многие другие неприятные состояния. Недостачу эликсиров жизни медики называют гиповитаминозом или витаминной недостаточностью. Это, конечно, неприятно, но поправимо. Исправить ситуацию довольно просто, если внести в будни определенные коррективы. Помимо того, что мы правильно питаемся, гуляем на солнышке, весной еще можно употреблять поливитаминные комплексы. Они есть разные, адаптированные специально для каждого возраста и для каждого состояния человека, потому что, например, деткам в период активного роста необходимо больше витаминов, также необходимо больше витаминов беременным и в пожилом возрасте, так как они хуже усваиваются. Конечно, полезнее всего свежие фрукты и овощи, редис, клубника, помидорчики и огурчики – кладезь витаминов. Но пока в магазинах еще не так много натуральных эликсиров здоровья, а потому стоит позаботиться о приеме поливитаминных комплексов. Их можно сегодня найти в любой аптеке города. Ассортимент огромный, на любой вкус и кошелек. В весенний период всегда обращение больше идет по витаминам. На сегодняшний день это в традиционных нормах не больше, чем это бывает каждый год. Ассортимент аптеки достаточно хороший, он удовлетворит любой спрос. Это есть таблетки, это есть и растворимые формы, сиропы, и в виде чаев, поэтому... В принципе, спрос есть, предложение удовлетворяется. Формула весеннего здоровья и хорошего самочувствия незамысловата. Вспомнить хотя бы известную итальянскую пословицу, которая гласит: «Куда редко заглядывает солнце, туда часто заходит врач». А потому медики рекомендуют соблюдать простые, но действенные правила, чтобы помочь организму и получить видимый результат. Необходимо достаточно регулярные прогулки на свежем воздухе. Поэтому сейчас, когда у нас уже пришла весна, все ее так ждали, появилось солнышко, обязательно нужно гулять на солнце. Потому что особенно для детей солнце очень важно. С помощью солнечных лучей вырабатывается в коже витамин D под действием ультрафиолета. Вот это единственный витамин, который может поступить не только с питанием, но и с помощью солнца.